Всем салют, дорогие друзья, это прослушка и моя реакция на новый альбом Скриптонитова. Я знаю, вы долго этого ждали. Ну, не все, а там пару человек точно ждали. Вот для этих людей я снимаю это видео. Погнали. Как вы уже знаете, альбом у нас двойной. Один называется «Улица 36», а второй называется «Зеркала». И вот мы начнем с «Улицы 36». Все-таки у нас же был праздник, и вот, ну, вот так вот как-то мы слушаем 36. Интро. Я помню, когда вышел «Дом с нормальными явлениями», и там альбом начинался с интро, и вот с самого начала, с этого интро, я просто погрузился в этот альбом, я как будто оказался там на вокзале и так далее. Сейчас я, походу, где-то с чуваками сижу, и мы что-то обсуждаем. Нужно понимать Адиля, чтобы понять, что здесь делает это интро и почему именно оно открывает этот альбом. Гитарки, минорная тема. Все как мне нравится пока. У нас, кстати, 20 треков, поэтому я постараюсь максимально коротко изъясняться и постараюсь, короче, выпуск сделать. Животные. Здесь. Пока мне нравится все. Очень крутой бит. Почему-то мне напомнило твой. Я, когда услышал первый раз трек твой, я в него влюбился вообще. И вот животные прям с самого начала что-то как-то влюбляют в себя. Ну и читка, понятно, может, скриптонит все-таки прислушался и начал более яснее выражаться. Вообще, до выхода этого альбома мы слушали «Нет выбора», «Где твоя любовь», и он участвовал в альбоме у 104-го Витрувера, и везде он был разный, поэтому я не знал, каким будет новый альбом. И я вот сейчас только слушаю, и я надеюсь, для меня он заново как бы откроется и покажет что-то новое. Вот, что я хотел сказать. Слушаем дальше. Мне нравится, когда бит под конец остают просто на проигрыш, он играет так спокойно. Нравится эта тема. Если бы не было текста скриптонита, было бы вообще огонь. Шучу, шучу. Мистер 718. Аранжировка нравится. Ну это понятно. Первое прослушивание, ты как бы слушаешь больше музыку, звучание, как это звучит. А потом ты прислушиваешься к трекам, ну, к текстам. Такой крутой звучок. Гитарочка. Вот. Круто, круто, круто. Вот сейчас вот круто. Мне нравится, как меняется музыка. И что, все это дальше музыку будет? Прям специально для меня как будто бы. И тут любой желающий может просто поставить свой текст. Я. Слушайте сюда. Я рэпер крутой, а вы все нет. Пацан! Сейчас будет круто, короче, тихо. Слышите нарастание? Просто звук такой прибавляю. Банзай. Банзай! Я думал, биты на припеве будут ярче выражены. Они как-то остались на уровне, но выкрики прибавили. Ой, то есть я же вам должен сказать. Что вообще это было сейчас? Что-то пока не радует. Сливочное масло. Такой олдскульчик был бы, оставь это нам второй. Вот сейчас ебать должно. Ладно, подождем. Такое бывает. Давай еще. Еще. Красавчик. Еще давай. А, ладно. Просто вообще даже скорость изменилась. Подожди, а почему сливочное масло? Ну такая олдскульная, короче, тема. Чисто покачать, заебись. Почилить,
под этот трек. Ну, треки Скриптонита стали мелодичнее, это прям заметно вообще. И я понял, почему у этого альбома обложка желтая, потому что здесь такие какие-то теплые все-таки треки. Мне кажется, тот альбом будет помрачнее. Положение. Ну, что-то как-то спокойно, так тихо. Опять же, размышления какие-то его. Я уже прослушал половину альбома, и вот могу сказать, что музыкальная составляющая мне нравится. По текстам я пока что-то не прислушивался, но и некоторые все равно не зацепили. А здесь прям соло слышишь? Круто. В новом альбоме долгие концовки, как Outro. Вся для меня, вся для меня. На туре. Он же говорил, что в одном у него переживание, в другом салочки, типа. Ну ты чё, Скриптонит? Не надо так. Тебе нравится, когда вот он так поет? Я что-то... Я понял недавно то, что я как-то устал уже от этого. Ой, это как в этом... С праздника. Сверло. 7182 в итоге. Это же как код Павлодара такой. 718 они сейчас. Два. Практически нет совместок, только одна с Найманом. Где остальные ребята? Где Сиксо? И вот это вот тоже не нравится мне. Животные, по-моему, прям вообще огонь. И все. А я вообще не вкуриваю, что здесь происходит? Это код моего подъезда. 1787. Это код моего подъезда. Куры. И последний трек «Трата времени». По ходу прослушивания этого альбома было пустой тратой времени. И тут уже один Лёша заплакал. Тихо-тихо-тихо. Так-то норм. Вот круто. Шикарное окончание альбома. Отличный трек. Слава богу. И долгое окончание. Итак, «Улица 36». Что нам понравилось? Что я хочу сказать? Это мое первое прослушивание альбома, моя реакция. Я уверен, что прослушав заново, у меня может что-то измениться там во мне, и я прислушаюсь к каким-то словам, и мне что-то понравится. Вы не думайте, что я вот просто взял и заговнил весь альбом. Нет, на самом деле я его еще раз прослушаю и, может, что-то еще для себя найду. Но пока мне не особо понравился этот альбом. Это просто мое первое прослушивание. И сейчас мы будем слушать второй альбом «Зеркала». Поехали. Я, кстати, забыл сказать еще то, что это не просто второй альбом «Зеркала», это «Уроборос». Вот «Уроборос». Что такое? «Зеркала». Интро. Погнали. Я надеюсь, здесь без слов будет. О, вот мне нравится. Мне нравятся вот такие интро. Отлично. Братик. Походу, бенгеры будут здесь. Вот это вот ближе мне. Такой голос сорванный, да? Как я и говорил, мрачный альбом, походу, будет. Мне кажется, здесь самокопание, а там социалочка. Интервью. Сколько ты зарабатываешь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, хоть бы этот звук был, а, на протяжении трека. Слышишь? Еще такое нарастание, как будто сейчас что-то будет. Ты понимаешь, тебя? Ну, вслушиваться надо, в общем, здесь. 1000. Мне кажется, знаешь, какой тебе трек понравится? Слюни.
Такой, знаешь, как будто триллер какой-то. Короче, серьезный альбом от Скриптонита сейчас получили все. Но здесь он как будто копается так в себе. О! Я думал, этого трека не будет. Это ж Волына. Но мне чувак написал, типа, запиши прослушку, альбом будет вообще вышка просто. Ну, что-то такое. И прикрепил демо Волыны. То есть Волына была. Я такой, типа, откуда у тебя? А потом вспомнил то, что в каком-то видосе был кусочек. Видимо, оттуда вырезали. Но все равно, как бы. Я думал, я вообще уже не услышу Волыну. Скриптонит нормально, без обработок. Спокойная читка. В общем, мне пока вот Зеркала нравятся больше, чем улица 36. Лучше всех. А Дика! Блин, вот любят они это вставлять, а? Да? Вот я тоже, прикинь, слушаю. Такой, блин, Эминема напоминает. Old school, new school, уснул, проснулся. Ой, вообще прям Скриптониту узнаю, а слушаю этот альбом. Там же оркестр целый. Круто, вообще круто, очень, очень круто. Еще раз скажу, круто. О, счастливчик. Помнишь игру такую? Ну, о, счастливчик. Короче, больше олдскула здесь. И это клево вообще. Все как бы к нью-скулу стремятся делать что-то новое тут. На, вот тебе олдскул, но все равно по-новому. И тут две совместки со 104-м. Меня одного беспокоит, где Сиксо. Давай, Юрик. Еще раз. Еще. Еее. Come on. One more time. Тагы найди. Блин, вот эти вставки, они ведь не просто так залезли в эти треки. Вот зачем-то же. Ну нахер их вообще. Это же так старо. Слюни. Все, что-то слюни прям этот. Просто трек шел и бас и оборвался. И просто заснул. И сейчас мы такие слушаем, слюни такие. Но он в натуре спит. Это вот Скриптонит по-любому в обработке. Как-то вообще... Вот уже... Третья часть трека. Он как будто затянут, да? Братик 2. Этот братик поспокойнее как-то. Первый был помощнее. Какой-то странный поворот сейчас. И мрачный звук. Но братик первый мне понравился больше. Это... Зеркала. Он просто не захотел приглашать на вокал девушку. Типа, зачем кого-то приглашать, если я сам могу? Тр-па-па-па. Тр-др-др-па. Я же это хоть один. Я видел. Блин, ну лучше бы ты на вокал девушку пригласил. Ну я так думаю, как бы. Тут нет песен про женщин, про любовь. Здесь либо социалка, либо мои личные проблемы, самокопание. Ой, давай это будет следующий трек, а? Заебись. Вот это мне нравится тема. Зум, зум, зум. Вообще. Ну и последний трек вчера ночью. Так это в том было. А, такого? Вот она, такая гитарка была только в доме с нормальными явлениями. Оставь это нам. Вообще обожаю этот трек. Тихо. Слышал? Комбик. Ну, комбик настраивали гитару как раз. Ты такой говоришь? Ну, может, соляк какой-то будет здесь. И прикинь так, весь альбом.
один. Ну это такое интро было странное, и вот сейчас совершенно другое началось. Сейчас опять это пройдет, и что-то другое будет. Ну, атмосферненько так. Я пытаюсь, но я не могу понять, что там. Кто догадался, напишите в комментариях, что он там пел. Что-то тлеет там, походу. Своеобразный такой альбом какой-то. Мы про что? А, слюни были такие. И вот вчера ночью опять что-то экспериментируют. Уже что-то новое опять начинается. А, ну это тоже 5 минут идет. Но зачем его делать на 3 части делить? Когда начинали с настройки гитары, он немножко поиграл, тут в итоге другая середина. И сейчас такой более танцевальный ритм. Надо было, чтобы все это плавно переходило. Не то, что плавно, надо, чтобы трек был такой, либо такой, короче. А тут сразу 3 и непонятно, что вообще. Нет, как скриптониту хочется, так и будет. Как-то странно закончился в итоге альбом «Зеркала». Но «Зеркала» мне понравились больше, чем «Улица 36». Пока. Может, у меня изменится еще мнение. Я не перестал любить скриптонита после этого релиза. Все нормально. Я понимаю, что он делает, что хочет. Ему плевать вообще на все правила. Я имею в виду строение песен. Сделано все так, как он этого хотел, как он это видел. Все эти интро даже, которые вставочки там, ну, я не знаю, я как бы не все понимал. И в ближайшие дни я точно буду прослушивать этот релиз еще несколько раз, чтобы понять, вот, что хочу сказать. Я до последнего не ожидал того, что все-таки выйдет альбом, да еще и двойной. Просто была уже такая ситуация, как, ну, вы сами помните. Поэтому как-то не особо верилось, но в итоге он это сделал, и он сделал это очень круто, на самом деле. Несмотря на то, что я у него в черном списке в Инстаграме и в группе «Зожский», я в черном списке без объяснений причин, я все равно остаюсь поклонником творчества Скриптонита, ребят из GLZ. В общем, все красавцы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, пишите комментарии, жмите колокольчик и пишите комментария альбом, который я должен прослушать, заценить. Все на этом. Всем пока, спасибо, до свидания.